И вновь русский романс. Сергей Васильевич Рахманинов. Его романсы называют его душевной исповедью. Композитором создано немало творений в этом жанре, около 80-ков, каждый из которых отличается своей удивительной искренностью. Такое внимание композитора к вокальным сочинениям вполне объяснимо. Он часто говорил о том, что любит поэзию и всегда возводил ее на второе почетное место после музыки. Романс «В молчании ночи тайной» посвящен первой юношеской любви Рахманинова к Верочке Скалон. Свидетельством этого первого трепетного чувства служат более 100 любовных писем Рахманинова к ней и трагическая судьба этих любовных посланий. Как известно, по настоянию родителей Вера вышла замуж за друга детства Сергея Рахманинова и сожгла все эти 100 писем, которые она дотоле хранила как неоценимую драгоценность. «В молчании ночи тайной» Сергея Рахманинова. Для вас поет Сергей Плюснин. Чему?